Всем привет! Сегодня разбираем элемент для учеников продвинутого уровня. Перехват Аиша флаг, флаг Аиша. На видео Яна Которча демонстрирует правильный вариант выполнения. Чтобы лучше понять работу корпуса, попробуйте подводящее упражнение на полу. Выталкиваем себя вверх и возвращаемся в исходное положение, как показано на видео. Для перехватов нужно уверенно держать себя во флаге открытым хватом. Повторите подводящее упражнение, удерживая себя во флаге. То же самое нужно отработать в Аише. Следующий этап. Учимся отрывать верхнюю руку от пилона, как показано на видео. Обратите внимание, при перехвате из Аиши во флаг руку всегда ставим выше, иначе вы себя не удержите. А теперь ошибки. Не делаете отмашку ногами. При перехвате из Аиши ставите руку низко. Слишком далеко отводите бедра от пилона. Не тренируйте перехваты, пока не уверенно делаете сами элементы. Всем отличных тренировок, пока!